мы 10-й год подряд, единственное в Российской Федерации, имеем устойчивый демографический рост. Первая и лучшая в стране особая экономическая зона технико-внедренческого типа, индустриальный парк и готовый к открытию территория опережающего развития. По многим экономическим показателям Томская область превосходит среднее значение по России. Могу вам похвастаться и сказать, что за прошлый год, по итогам 2016 года, Томская область перечислила в бюджет России столько, сколько Омская, Новосибирская, Кемеровская и Алтайский край вместе взятые.